Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья, у аппарата Zodi на аппарате Riven 2024. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, мы продолжаем наше увлекательное приключение. Мы с вами находимся сейчас под золотым куполом на Храмовом острове. В прошлой серии мы с вами создали книгу, книгу перемещения, которая, по идее, нас теперь должна перенести в эпоху 233, туда, где находится Ген. Нам пришлось неплохо так помучиться, потому что для этого нужно было решить самую комплексную головоломку в игре, как я понимаю. Мы использовали все знания и всю информацию, накопленные за все прохождение. Это было очень сложно, но тем не менее довольно-таки интересно. Мне уже не терпится, что нас ждет дальше. Давайте переместимся и посмотрим. Что-то там летает. Так, здрасте, приехали. Мы опять в клетке. Да чтоб ты был здоров. Так, шарики там. Слушайте, а вот и он, да? Здрасте. Прошу меня извинить за столь холодный прием. Боюсь, в текущей ситуации мне чаще обычного приходится прибегать к более примитивным решениям, чем мне того бы хотелось. Меня зовут Ген. Думаю, мое имя тебе уже известно. Да. Подозреваю, однако, что твое мнение обо мне не совсем соответствует действительности. Нет, конечно, мой сын не стал бы врать тебе о том, кто я такой. Атруса такого не опустится, но... Вероятно, он все еще считает меня безумцем, каким я когда-то был. Да. Однажды я даже попытался его убить. Подумать только, даже не знаю, кем бы я стал, если бы мне это удалось. Хороший из меня был бы отец, который ненавидит своих детей. Ну, Атрус молодец, он затащил меня в мою же, мною же созданную тюрьму пятой эпохи, туда, где нет книг, нет драгоценных чернил, нет лазеек в другие эпохи, нет ничего, кроме моих собственных глупых амбиций. Случилось это 30 лет назад. 30 лет. А может, 30 жизней? Разницы никакой. Более жестокого наказания для человека, каким я был, придумать трудно. Но теперь я изменился. Полностью искупить прошлое прегрешение мне не удастся никогда. Но поверь, все это я делал во имя благородной цели. Прости, наверное, для тебя это звучит странно. Очень давно отказался от попыток объяснить свои мотивы. А большая часть местных жителей уже так или иначе сформировала свое мнение обо мне. Я и сам не склонен слепо доверять людям. Поэтому не ожидаю, что ты сразу мне поверишь. Но в конце концов, надеюсь, ты осознаешь, что я могу предложить тебе не только пустые слова. Выбранное Атрусом наказание стало тяжким бременем для народа Ривена. Многие страдают из-за него до сих пор. Этот остров уже многие годы медленно, но неумолимо разрушается. Однако мои недавние измерения показывают, что пятая эпоха доживает свои последние дни. Совсем скоро этот остров будет стерт с лица земли. И вместе с ним погибнут все, кто не успеет сбежать тем или иным способом. Я посвятил этой работе много лет жизни, и, кажется, наконец-то получил возможность хоть как-то оправдаться за прегрешения прошлого, особенно в глазах. Но... боюсь, Кэтрин и ее фратрия, мягко говоря, меня не поддерживают.
В любом обществе всегда будет некий небольшой процент лиц с бунтарскими настроениями. Местные бунтари называют себя фратрией, и до появления Кэтрин они большой угрозы не представляли. Ну, я имею в виду, местные жители в целом весьма жестоки по природе своей, но я практически смирился с их присутствием. Однако после возвращения Кэтрин их активность значительно возросла. Судя по всему, она стала для них кем-то вроде мессии-спасителя. Насколько я понимаю, она и сама постепенно в это поверила. Другого выбора не было. Мне пришлось отлучить ее от последователей. Кэтрин и ее фратрия не единожды совершали покушения на мою собственную жизнь, подвергая таким образом опасности всех жителей острова. Собственно, я вынужден попросить тебя воздержаться от попыток освободить ее. Хоть и уверен, что Атрус это хотел бы. О, да. Он наверняка желает этого всем сердцем. Но знает ли он, насколько она изменилась за все эти годы? И здесь мы подходим к тому, ради чего все затевалось, твоя книга привязки. Рад, что она снова в надежных руках. А можно? Спасибо. Давай, давай, загляни. Воспользуйся. А пожалуй, будет лучше, если я пойду за тобой. В смысле? Ладно. Мы же помним, что нам Атрус объяснял. Я понимаю его, он не хочет рисковать. Атрус же объяснял нам, что тот, кто пойдет следующим, он потом освободит предыдущего. Так что нам как бы бояться нечего, он пойдет за нами, пускай пойдет, а он нас освободит. Мы сейчас заточены. Вот он стоит и думает, решается, давай, давай, мы сейчас как бы заточены, но он пойдет за нами, и он окажется заточен в тюрьме. А мы освободимся. Да, он воспользовался. Если так, то как бы все, вопрос решен с ним. Да, мы свободны. Там еще достижение дали, я не успел прочитать какое. В общем, суть в чем? Помните, нам Атрус объяснял, что тот, кто пойдет следом, освободит предыдущего из тюрьмы. То есть он решался, но в итоге пошел все-таки за нами, потому что увидел, что как бы мы спокойно так, не боясь, взяли и отправились куда надо. Не боясь ничего, просто переместились. Но он подумал, если мы не боимся, чего он будет бояться? Он тоже пошел за нами. Ну и вот чем это закончилось. Он оказался в темнице, а мы в итоге освободились сюда. Вернулись прекрасно. С ним вопрос решен. Так что теперь мы можем вообще все осмотреть тут спокойненько. Так, это незаконченные книги, над которыми он работал, но они не работают. Какие шарики красивые, я бы взял с собой на память. Красивая ведь. Стоп, а где сама книга? Она же должна была упасть, получается, вот.
не понимаю, это что, просто так музыку послушать? Не очень я понимаю, что я делаю. Ничего не понимаю, как оно работает. Это как будто просто музыку послушать, что ли. Но зачем тогда вот это вот туда-сюда таскается, вверх-вниз? Не понимаю, что там. Ну давайте еще осмотримся. Это что делает? Клетку убирает. А куда делась наша книга в итоге? Он же должен был переместиться, книга должна была упасть как бы на пол. Стоп. Это что такое? А, это мы запустили книгу, и теперь мы можем переместиться обратно в Ривен. Да, вон трубы это. Это кипящий остров, а узнал я его. Хорошо. Все-таки, а где наша книга? Любопытное местечко. Стоп, нет, вот же она. Она у нас опять оказалась. Это ж она? Так, нет, еще случайно опять туда переместимся. Не надо нам такое. Так, подождите, а это что у нас? Давайте осмотримся. Получается, мы с вами сейчас и решили вопрос с Геном, но нам нужно еще как-то с Кэтрин вопрос решить. Это что такое? Это он здесь вот так вот типа на солнце жарил какую-то из этих летающих штуковин, что ли? Ладно, пускай жарится. Так, нет, ну здесь бесполезно искать какие-то скрытые символы, потому что Фратрии здесь никогда не было. О, вот еще куда-то спуск. Ха, это что, у него такой трон? Не думаю, что сидеть на этом удобно как-то. Хотя вид, конечно, любопытный открывается. Я бы даже сказал, очень красивый. По-своему. Стоп, это что? К-
какая-то книга. Но она, видимо, не работает. Поэтому он ее и выбросил, иначе он бы не выбросил книгу привязки. С собой мы ее взять не можем, а рисковать ее проверять я не хочу как-то. Ладно. Тут как-то особо больше и пойти-то некуда. Вот это и есть мир. Вот такая вот маленькая скала, и вот здесь он как-то и выживает. А где он взял материалы? А, наверное, с Ривена все это привез, чтобы вот это все построить. Ух, ничего себе, еще и купол такой. Не, ну сам бы он это ничего не построил, само собой. Я так понимаю, через книгу мы вернемся обратно. Давайте тогда посмотрим теперь вот это куда ведет. Это типа раковина такая у него. Это он тут так обустроился. Tagamem, san botegan shem. Vasi. Это кто? Стоп. Это что? Хочет. А, подождите, отключить предыдущее, наверное, нужно тогда. Так. Черт его знает. Ладно, пока что давайте еще осматриваться. Ничего не понятно. Это прочитать нельзя? А можно. Я начинаю этот дневник с удивительной новости. В пятую эпоху вернулась Катран, зачеркнуто Кэтрин. Катран, зачеркнуто Кэтрин. То есть все-таки правильно ее зовут Катран. Увы, исчезла она так же быстро, как появилась. С тяжелым сердцем вынужден признать, что бунтовщики меня опередили. По словам охранника, она переместилась прямо в клетку на плато разлома, как я и планировал. Но вдруг, откуда ни возьмись, появился отряд бунтарей, которые усыпили его дротиком и выкрали Кэтрин. По словам охранника, она писала про какого-то человека в форме. Тот, кто нас встретил там, это был вот этот охранник, видимо. Как и Кэтрин, его, нас так же само освободили, Фратрия освободила нас. Подозреваю, что реальной причиной его провала было то, что, увидев, как спустя столько лет из разлома кто-то вышел, он просто застыл на месте с открытым ртом, что сделало его прекрасной целью для любого бунтаря, которому проклятие... Которому проклятие ему до седьмого колена...
так повезло. По крайней мере, он достаточно хорошо ее рассмотрел и утверждает, что это действительно Кэтрин. А также он утверждает, что обыскал ее вещи и не нашел среди них книги привязки. Поверить трудно, но если это правда, то я теряюсь в догадках насчет цели ее возвращения. Меня переполняет разочарование, но оно смешано с надеждой. Хоть моя клетка и не смогла удержать единственную жертву, для которой предназначалась, она все-таки может помочь мне найти путь обратно в Дни. Да, вопреки всем несгодам, мне удалось вырваться из оков Пятой Эпохи и продолжить работу по спасению нашей культуры от исчезновения, но боюсь, что без доступа к тем знаниям и материалам, что скрыты в руинах города, возродить великую цивилизацию будет практически невозможно. Если Кэтрин принесла с собой книгу привязки, то полдела уже сделано, а если нет, то она застряла в Пятой Эпохе. Я могу лишь догадываться, на что мой сын с его абсолютным неумением контролировать эмоции может пойти, чтобы ее вызволить. Читать, ребята, не очень удобно, потому что шрифт здесь неприятный для чтения. В любом случае, ее необходимо найти как можно скорее. Ее присутствие заставляет меня пересмотреть отношение к бунтарям. Не стоило вообще так долго им попустительствовать. Великая Китула вновь доказывает свою пользу на практике. После появления Кэтрин в деревне начались волнения, и от неблагоразумных действий их удерживает только страх перед опасным полумифическим зверем. Зная заранее, какими верными союзниками окажутся эти первобытные твари, я бы наловил их про запас, пока местная популяция еще не сократилась до минимальной. Впрочем, если восстание продолжится, прокормить имеющихся питомцев мне никакого труда не составит. Поиски Катран Кэтрин продолжаются. Я глубочайше сожалею о том, что имел неосторожность когда-то рассказать этим примитивным дикарям о книгах и механизмах их работы. С каждым новым днем я все более отчетливо осознаю, что их разумы не были готовы к этому осознанию. Даже в этой упрощенной форме, в которой я постарался его подать, их закостенелые мозги, привыкшие к монотонной рутине деревенской жизни, не способны понять все тонкости моего искусства, и, соответственно, не способны они и оценить всю элегантную простоту его фундаментальных принципов. Именно лежащая между нами интеллектуальная пропасть стала основной причиной нашей вражды, ведь они не могут верно оценить даже ту информацию, которую я им дал, если бы местные хоть краем глаза заглянули в прекрасное будущее, которое я для них приготовил. Конфликт сам собой сошел бы на нет. При этом у моих детей куда более благодарно воспринимают новые знания. Благодаря моему неустанному руководству, они учатся относиться к культуре, что даровало им жизнь с подобающим пиететом. Опять это слово. Пиететом, а некоторые из них проявляют столь выдающиеся способности, что мне порой кажется, что в их жилах тоже есть капля крови истинных дней. Несмотря на все врожденные ограничения моих учеников, я делаю все возможное, чтобы даже близко не подбирались к тому уровню понимания, который позволил Кэтрин столь дерзко перечеркнуть будущее своего народа. Как же я был глуп. Я надеялся, что ей хватит благоразумия ответственно отнестись к этому знанию, хотя на это не хватило ума даже моему собственному сыну. Атрус – одно из главных разочарований моей жизни и по сей день. Оставить его на попечение моей матери было ошибкой. К тому моменту, как я за ним вернулся, она уже вложила в его спокойное, стойкое отвращение к моей благородной миссии. Возможно, таким образом она пыталась обелить себя, загладить тот факт, что именно она стала катализатором падения целой цивилизации. Все эти разрушения и убийства, не сломаться под этим бременем поистине непросто. Она явно любила моего отца и весь наш мир, но все же была чужаком. И ее непонимание уклада жизни дни заставило ее сделать то, что привело весь народ к гибели. Если я смогу восстановить их культуру, исправив эти недостатки, то, возможно, ее действия были необходимым злом, чтобы расчистить нам путь в новую эру благополучия и процветания. В последние несколько недель меня преследуют все более горькие видения прошлого. Сегодня я вошел в класс и оцепенел. Мне вспомнились мои собственные ученические годы в гильдии переплетчиков, то, как
Отец гордился каждым моим достижением, пусть даже самым малым. В мире дни он занимал довольно важную должность, но думать о нем слишком долго не могу. Слишком больно, я был слишком юн, чтобы увидеть другую сторону вещей. Она у меня в руках. Вчера поздно вечером стража доложила мне, что они схватили Кэтрин. Она пыталась убедить деревенских присоединиться к ее движению. Она успела прикончить нескольких моих людей, но я бы и сотни этих дуболомов не пожалел ради такого трофея. Я держу ее в заперти в старой резиденции и пытаюсь понять причины ее возвращения. Бороться со жгучим желанием отправить ее на плаху довольно трудно, признаю. Ведь она открыто надо мной издевается, на вопросы не отвечает, а если отвечает, то только на своем родном языке. Впрочем, даже так лгать ей удается из рук вон плохо. Теперь я вполне уверен в том, что в Ривен она попала случайно и книгу привязки с собой действительно не взяла. Делиться же сведениями о планах и местонахождении Фратрии она все еще не желает, но это мы еще посмотрим. Не думаю, что, потеряв лидера, они смогут хоть как-то мне помешать. А если Кэтрин действительно попала сюда не по своей воле, то Атрус точно придет ее вызволять. Вопрос в том, каким способом он планирует это сделать. Скорее всего, он по меньшей мере отчасти медлит именно потому, что и сам не знает ответа. Ему в любом случае придется принести с собой книгу привязки, чтобы вернуться домой. Другого пути попросту не существует. Уже поздно, но я не могу заснуть. Я столько всего потерял, мой народ, мой отец, мой сын и ты, Кета, моя жена. Единственный светоч, что наполнял теплом всю мою жизнь. Кета? Случайно не Кэтрин? Или другая кто-то Кета? Иногда я смотрю на твою улыбку через проектор и начинаю сомневаться в том, что ты когда-то действительно была со мной. Если бы я мог возродить тебя росчерком пера, то немедля бы сделал это, а весь остальной мир пусть катится в тартарары. Безмозглые дикари, надо было их оставить подыхать в пятой эпохе и начать все с чистого листа. На Ривен прибыл некий странник, и у него была книга привязки из дни. Но мои бесполезные прислужники вновь проиграли бунтарям, насколько я смог понять из его сбивчивых объяснений. Все случилось сегодня утром. Клетка повреждена, но это не важно. Все, что мне нужно, уже здесь. Нужно только его отыскать. Все это, несомненно, дело рук Атруса. Но почему он решил отправить сюда кого-то вместо себя, да еще и с целой книгой привязки? Он наверняка догадывается, что я с нетерпением его жду. Подобная беспечность не в его стиле. Может быть, он сменил гнев на милость, он наконец-то решил дать своему незадачливому папаше немного свободы на старости лет? Ха! Нет, нет, я прекрасно понимаю, ради чего и кого он все это затеял. Ему нужно только одно. Что ж, пусть этот незнакомец с нее и начнет. А я буду терпеливо наблюдать. Я начинаю подозревать, что совершил ошибку, позволив незнакомцу свободно разгуливать по островам. Ведомый своим неуемным любопытством, он попытался попасть на храмовый остров через мост, но лишь окончательно его доломал. Да, сейчас это уже пренебрежимая потеря, но не менее от этого неприятное. Если бы мне не удалось вырваться из этой умирающей эпохи, это обстоятельство значительно замедлило бы мой прогресс. Впрочем, уже не важно, скоро настанет день, когда я распрощаюсь с Ривеном навсегда. Неприятная весть. Прошлой ночью группа моих механиков наткнулась на одинокого бунтаря, и им удалось его разговорить. Он рассказал им о существовании некоего удивительного устройства, так называемого «кристального окна», способного исправлять недочеты книг привязки, так же, как и моя собственная система, но с одним неоспоримым преимуществом эта машинка весит всего несколько килограммов, и ее можно носить с собой. Если он не бредит, то, скорее всего, этот артефакт создала Катран, зачеркнута Кэтрин, еще до того, как я ее пленил. Она наверняка принесла с собой какой-то чертеж времен дни. Ах, если бы только в мои руки хоть раз за все эти годы попало хоть что-то подобное. Это, наверное, как раз-таки то, что мы с собой таскаем, ребята, да? Вот эта вот линза. Последствия этого открытия меня весьма тревожат.
Несколько лет назад бунтарям удалось выкрасть нерабочую книгу привязки, которую я намеревался уничтожить. Вернуть ее я так не сумел, однако, заставив их в полной мере искупить нанесенное оскорбление, я милосердно забыл об этой ситуации. Мне казалось, что в их неумелых руках никакого вреда эта книга мне не нанесет, однако благодаря устройству Кэтрин бунтари, возможно, смогли перенестись в другую эпоху. Это значит, что и... Вот это у нас что за номер? Сейчас, секундочку. Так. 9 и... 3,5. А, это восьмерка, да, 3,5,8. 98 более не является безопасным местом. Так больше продолжаться не может. Ключом к проблеме станет этот незнакомец. Анализируя его перемещение, я смог определить приблизительное местоположение книги привязки бунтарей и кристалла, соответственно. А перед тем, как разобраться с ними, нужно заполучить книгу с проходом в мир дней. Если я вновь смогу воспользоваться накопленными там ресурсами, Ривен можно будет оставить позади, как страшный сон. Коды проектора дали достижение. Коды проектора Кета, отец, Анна. Так, а ну-ка, сейчас, секунду. Так, во-первых, давайте сфоткаем. Подождите, коды проектора, это там вот слева у нас было. А ну-ка, давайте сразу же... Так, сейчас это мы и запишем куда-то. Так. Кета. Я себе сразу это записываю. Отец. Так, потом. Так. Анна. Так. Так, хорошо, сейчас расшифруем. Значит, это у нас, по-моему, пятерка, если опять не ошибся. Пять, Кета 5. Это как раз, которую мы включили, она уже была на этой, на пятерке стояла, да? Хорошо, дальше. Отец. 2. 3. Отец 2-3. 2-3. Анна у нас будет 2-3-5. Хорошо, так все. Это я записал. Сейчас посмотрим. Все. Можно было тогда не фотографировать. А ну-ка, стоп, как тебя, как я тебя открыл-то? Положи, еще раз. Это может быть то, что нам нужно как раз-таки, чтобы попасть к Кэтрин. Помните, там три кнопки, издающие звуки? Я не помню, какие там звуки. Слушайте, эту штуковину с собой взять можно? Я ж не могу как-то записать звуки. Как мне это запомнить-то? Я ж-то через минуту забуду. Что там было? Тынь-тынь, трынь-тынь. Так, давай еще раз. Ёлки-палки, а как мне это запомнить? Так, подождите, давайте посмотрим, что у нас здесь. Тын-тын-трын, тын-трын. Как это записать? В общем, ребята, я примерно так на бумаге написал. Тын-тын-трын, тын-трын. Я не знаю, как записать эти звуки. Как мне их запомнить? Ладно, перед тем, как отсюда уже уходить, еще раз все прослушаем. Тынь-тынь-тринь, тынь-тринь, как-то так. Так это нельзя потянуть никак?
Тын-тын-трин-тын-трин. А, так, в принципе, вот и все. Вот это у него такие апартаменты здесь, оказывается, были. Да, хорошо, давайте послушаем здесь. Значит, мы послушали с вами Кетту. Давайте послушаем теперь отец. Это у нас 2-3. Нет. А, приблизить можно ж вот так, во. Во. А, задвинуть, наверное, надо. Теперь моя очередь. Тоже хочу что-нибудь записать, чтобы ты всегда меня помнила. Как там переводится? Мусор с небес. Твое появление должно было показать нам путь к светлому будущему. Что о нас, как о народе, говорит то, что мы не способны понять миры за пределами своего собственного? Ты была настоящим ангелом, ангелом с небес. И всегда, всегда для меня им останешься. Так, 2, 3, 5. Ангел. Твой ангел. Ангел смерти. Совет не понимал это. Они знали. Если бы я не пыталась перенести идеалы своего мира в ваш силой, ты все еще был бы жив. Ты был бы жив. Я хотела... Жаждала жизни. Полная чудес. Жизни, где каждая книга отправляла бы меня в новый мир, освещая путь во тьме, подобно путеводной звезде. Наши возможности были безграничны. Теперь же мы остались вдвоем. Тебе не суждено будет прожить жизнь, которую ты заслуживаешь. Моя любовь, моя эмпатия, моя страсть к жизни привели нас к гибели. Не знаю, как так вышло. Прости меня. Прости, если сможешь. Милый мой Ген.
кто-то всхлипывал, ты ж было закончилось. А дали еще достижение, наверное, за то, что мы вот это посмотрели. Так, ну по идее все, наверное. Так, давайте мы вот это прослушаем. Не знаю, смогу запомнить или не смогу запомнить. Если что, придется останавливать записи на видео, пересматривать, проверять звук. Потому что как можно записать звук? Что-то типа такого. Так, ну по идее, что мы что-то можем сделать? Да ничего мы, в принципе, не можем сделать тут. Ладно, ребята, уходим. Что нам еще остается, да? Пойдем. Нам сейчас нужно вот этот звук использовать. Кэтрин, получается, спасти. Так, все, мы вернулись. Кстати, я хотел проверить, не могу ли я взять с собой его дневник для коллекции или только почитать его. Читать-то мы его читали. Просто хотелось бы в коллекцию, скажем так. Я просто думал, что, возможно, я пропустил. Может быть, там еще разок нажать нужно или что. Так, значит, что мы... Так, с какой стороны... Куда отсюда можно выйти? Я немножко запутался, если честно. Мы сейчас на кипящем острове, нам нужно... Так, это нас приведет на исследовательский остров. А, слушайте, давайте, а где здесь проход к разлому, к этой, к шарику? Я совсем не помню уже, как здесь ориентироваться. Шарик у нас здесь... А где он? Надо побегать поискать, в общем. Нет, стоп. Я хочу как можно быстрее это сделать, пока в голове у меня еще играет эта мелодия. Поэтому первым же делом сейчас нужно это обязательно сделать. Вот! Так, и нам нужно... Стоп, это мы сейчас... Какой здесь символ, я не помню. Понял. Помещать, взгляну, какой символ черепного острова. Thank you.
Стоп. Так, тюремный остров, где-то здесь. Нет, нужен типа такого же, только с точкой. Нужно вертеть, искать. Допустим, так повернем. Поищем. Да где ж ты, чтоб ты был здоров, где он? Вон он. Вот, а теперь давайте проверим звуки эти. Вот это второй звук, который... Этого вообще нету, слушайте. Нет? Или да? А, наверное, да, я ввел. Получается, звук правильный. Тын-тын. Получается, 3-3-2, 3-2. Получается, а этот вообще не задействован первый. 3-3-2, 3-2. Катран, Кэтрин. Теперь бежим отсюда как можно быстрее. А люди Генна, скорее всего, уже поняли, что происходит. Вернемся в ставку Фратрии и подумаем, что делать дальше. Можем взглянуть на книгу? Но только не открывай ее. Желательно не надо. У тебя получилось. Генна больше нет. Мы наконец-то свободны. Но у него остались последователи. Не знаю, что они будут делать, когда узнают, что их повелитель исчез. Местных жителей нужно как можно скорее эвакуировать, я этим займусь. А ты... Найди то место, куда впервые привела тебя книга. И открой проход. Понимаю. Это опасно. Но другой возможности связаться с Асатрусом у нас нет. Я постараюсь закончить все быстро, но ждать меня не надо. А? Не забудь мой дневник, там записан важный код, он тебе пригодится. Дали достижение. Кто соединит порванную цепь?
В общем, вот тут вот она и жила все это время. Один вопрос, а где туалет? Вот это, допустим, раковина, вот тут спать. Стул, стол. А, вот это, видимо, и есть туалет, да? И камин. Ладно, допустим. Так, стоп, а как мне? Или мне опять нужно звенеть? Да тут сломано. А, все-таки едет. Я уже думал, что делать-то. Как отсюда выбраться теперь? Нет, все нормально. А сейчас будем думать над ее словами. Ну, кажется, я понял. Туда, где впервые нас привела книга, это самое начало. Там, где... А там, где паровая машина какая-то с кодом. А код как раз у нее в дневнике. У нас... Давайте проверим. Сейчас как раз должен быть он здесь сфотографирован. Вот. Вот он сфотографирован. Мне бы его переписать. А то будет очень неудобно так. Так, и нам нужно, значит, куда? Нам нужно на храмовый остров. Стоп, твою ж дивизию, а это самое же надо взять. Откуда вот в тебя активировать-то? А ёлки. Не успел? Успел. Понятия не имею, как это машина паровая или что там такое с трубами, в общем, с этим кодом, как оно работает. То есть, что нам это даст? Как это поможет нам, в принципе? Нам нужно как-то подать сигнал Атрусу. Он ведь говорил, что суть в том, что мы должны будем потом подать ему сигнал, и он за нами придет. Но как это подаст ему сигнал? Не знаю, ладно, нам нужно... Где? Вон у нас. Так. Тогда мы делаем так. Нам нужно...
нужно в самое начало, получается. Это у нас... где оно находится? Вот то оно или... Вот это оно, получается, по идее. Значит, проматываем еще раз. Я подозреваю, что это будет уже финал. Потому что больше, в принципе, нам ничего делать не нужно. Только вот подать сигнал Атрусу, и он за нами придет. Все. Поэтому давайте сегодня уже полностью все это и завершим. Так, стоп, а вот сюда ведь, да? Да, вот оно. Так, во-первых, давайте посмотрим, как здесь что устроено. Нет, да, что я сделал скрин... Ладно, пусть будет скриншот. Нет, нажал кнопку. Так, здесь вот такая вот, да, система. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять чисел нам нужно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять чисел у нас есть. А только как мне теперь их... Как мне теперь это так записать еще? Где они тут у нас? Так, я проверяю то, что у меня тут записано. Подождите, а что тут проверять? У нас же есть фотографии еще даже где-то с ними. Вот так. Как бы мне их одновременно две не получится? Слушайте, мне надо это все переписать и нарисовать, в общем, это отдельно в тетради. Потому что так это будет неудобно. Здесь сопоставлять картинки, переключать поочередно туда-сюда. И здесь, кстати, не все символы. Так что, в общем, сейчас нам придется еще подумать насчет этого. Давайте сейчас все это перепишу, и через мгновение я к вам вернусь. Так, ребята, я уже все перерисовал, и не просто перерисовал, я составил тут целых две таблицы, и я с этой системой вот такой вот нумерации разобрался полностью. Оказалось, здесь ничего сложного, нужно было просто... поочередно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 вот так вот расставить те, что у нас есть, и потом сопоставить. Здесь у нас недоставало, получается, двойки, четверки, семерки и девятки. И очень легко оказалось понять эту систему, когда вот так вот видишь их прямо вот сопоставили от 1 до 10, потому что сразу видно, как каждая последующая цифра меняется, и очень легко понять недостающие. У нас получается эта система делится на три, как бы это сказать, треугольничка вот этих флажка. Давайте будем считать это флажками. Есть круг, в котором есть, который делится на три сектора. И вот, допустим, северо-восточный, южный и северо-западный. Три сектора. Вот, начиная с северо-восточного сектора, северо-восточный сектор 1. Потом дальше поворачивается до следующий сектор, южный, это 2. Поворачивается по часовой стрелке на северо-западный, это 3. Все, 3 сектора есть, что же дальше? Дальше у нас, начиная с четверки, прибавляется еще один флажок, уже 2 флажка. Идет северо-восточный плюс южный. Потом они же поворачиваются,
на пятерку, они же поворачиваются дальше, получается шестерка. Опять три сектора заняты, опять прошелся полный круг по часовой стрелке, что же делать дальше? А дальше, как вы видите, здесь есть по два треугольничка в длину, то есть каждый следующий круг к этому всему будет просто добавляться еще один треугольничек по кругу, и все будет опять как с 1 до 6, и так же самое будет 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, сколько угодно, просто количество треугольничков будет увеличиваться, и все они будут поворачиваться вот так вот по кругу. Это замечательная система. Конечно, большие числа ты так не запишешь, потому что тут с ума сойдешь, высчитывая эти треугольнички. Но я думаю, учитывая, на каком этапе развития цивилизация у местных ривенцев находилась, им большие числа были не нужны. А чтобы маленькие числа зарисовывать, вот этого вполне достаточно. Это прям даже весело было это расшифровывать, я вам скажу. Минут 10 я промучился. Ну, не промучился, просто рисовать это, ну, не то чтобы очень удобно, эти треугольнички и так далее. Но в итоге сейчас код я весь расшифровал. Получается код 22624 610428. Отлично, и давайте мы сейчас его введем. Только вводить его нужно будет вот этими уже числами. Это, как я понимаю, числа, которые использовал Ген. Их я тоже перерисовал. Так, давайте сюда. Два, два, шесть нужно. Дальше два. Дальше четыре. Дальше шесть. Дальше вот сюда вот лучше тогда вот это вот десять. Потом четыре. Два. И 8. Вот. Правильно? Шикарно! Как приятно вот такое разгадать, когда все логично, и в принципе там прицепиться даже к нечему, там абсолютно все логично. Каждый символ, он в принципе логичен и не из головы выдуман. Это прям классно. Так, а теперь что, вот это вот запустить, да? Наверное. Это мне напоминает расшифровку рунического письма в Рианон. Тоже замечательная игра была, и тоже там был интересный момент. Так, что теперь-то? Как это все работает? А, все. Так, стоп, не очень понял, и что дальше? Не, стоп, такое ощущение, что нужно было еще ближе подвинуть и потом поднять крышку. Вот таким вот образом я, наверное, не до конца подвинул. Ну-ка еще раз попробуем. Чё-то не хочет. Подождите, а вот это вот что такое? Вот это не надо активировать как-то? Что-то не очень я понимаю. Что сейчас? Стоп. Что я делаю? Ха.
Сейчас я не очень понимаю, что нужно делать, как бы я думал, ну, код ввести, вот мы ввели код, что дальше? А, вот так. Да не, может, наоборот, надо было чуть пониже теперь. Теперь да, теперь оно должно поднять это, по идее. Я думал, оно крышу снимет, оно его полностью подняло. Что случилось? Что мы сделали? Это нехорошо. Я не могу двигаться. Что мы наделали? Мы что, уничтожили Ривен, что ли? А, нет, мы вызвали Атруса, да. Времени почти не осталось. Где Кэтрин? Где книга? Я не понимаю. Атрус! А вот тебе и Кэтрин, и книга. Я отправила деревенских в эпоху восстаний. Они в безопасности, спасибо тебе. И я тебя благодарю. Тебе удалось совершить то, на что я даже надеяться не смел. Ты вернул меня к жизни. Путь домой открыт. Для всех нас. Так, может, поспешим? Здесь наши дороги расходятся. Возможно, когда-нибудь мы еще встретимся. Ты знаешь, где меня найти. До свидания, друг мой. А книга ж упадет, ты чего? А мне? Я не понял. А чё там? Дали 2 достижения, я не понял, а книгу? Ребят, я что-то не понимаю, а почему он так книгу специально, вот, чтобы она упала, чтобы мы не могли вернуться домой? Теперь я понимаю. Разлом — это начало и конец всего сущего. Это пространство между звезд, что одновременно связывает и разделяет миры. Я не до конца понимаю, как именно оно работает, но вернуться домой моему другу наверняка помог тот же самый каприз движения звезд, что и спас мою книгу Миста в руки этого достойного странника. Эпоха Ривена подошла к концу, но ее народ получил свободу. И теперь я смогу спокойно жить, зная, что ни у книг, ни у эпох, ни у самой жизни исход не подвластен чему-то беглому перу. Так, я маленько не понимаю.
А вот, ребята, и финал. И сразу же тех, кто играл в, либо в оригинальную игру, либо в эту, либо просто вот по этому прохождению понял вот эту концовку, пожалуйста, объясните ее мне. Почему Атрус специально сделал, чтобы книга вот так вот упала в разлом, и мы в итоге упали за ней? Почему мы не вернулись домой? Почему? Я-то думал, он спасет сейчас нас. Не очень я это понимаю, ребята, так что если кто-то понял, пожалуйста, объясните мне заранее. Спасибо. По поводу того, что в игре есть вроде как еще концовки, не знаю сколько, но вроде их здесь должно быть несколько. Я это потом посмотрю, мне тоже любопытно, если их получить несложно, не нужно перепроходить заново всю игру. Я, возможно, вам концовки после титров в конце видео покажу. Обязательно досмотрите, значит, до конца. Что я могу сказать по поводу этой игры? Игра просто потрясающая. Я не помню оригинальную игру, поэтому я не буду их сравнивать. Но игра просто потрясающая. Головоломки, которые здесь есть, они сложные, действительно. Но они вполне логичные, поэтому особых проблем они не вызывают. Главное быть внимательным, главное все внимательно осматривать. Потому что в самом начале игры я прям столкнулся был с проблемой из-за того, что вот не сразу заметил линзу, к примеру, на стене. Это был первый момент, который научил меня быть максимально внимательным в этой игре. Постоянно нужно все записывать, фотографировать и запоминать. Очень много записывать, все понадобится. Головоломка по поводу создания книги, это невероятно комплексная головоломка была. И там прям столько информации было нужно. Хорошо, что часть я фотографировал, часть записывал, но все равно мне приходилось останавливать запись и запускать видео, просмотреть на перемотке, где мы там были, что мы там видели, потому что просто уже забывалось, все равно некоторые моменты я не до конца запоминал, не до конца записывал, фотографировал, к сожалению. Но в целом, особых проблем у меня не возникло с прохождением, и я прям очень доволен. Игра очень интересная, игра очень приятная для прохождения. Исследовать все эти территории было интересно, потому что они действительно вот приятно так выглядят и интересно все расположено. То есть это не какой-то скучный мир, это интересный мир. Музыка тоже подобрана очень хорошо, управление на геймпаде, никаких претензий в принципе тоже нет, поэтому я не знаю даже к чему здесь можно было бы придраться, это просто превосходная игра. Надеюсь, ребята, вам понравилось так же, как и мне, спасибо вам большое за просмотр, не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. А как обычно, с вами был Зоди, удачи, друзья, встретимся в новых, замечательных прохождениях, пока-пока! Perhaps it would be best if you went through first. А знаешь что? А я не хочу. В этот раз я не хочу. You may need some time. Понимаю, тебе нужно время, чтобы все обдумать. That is reasonable. Совершенно логично. Please understand. Пойми, мое единственное желание в этой жизни наконец-то объясниться с Атрусом и разрешить все назревшие вопросы, особенно в свете того, что произошло с Кэтрин. Но я не могу рисковать собой, пока ты не продемонстрируешь чистоту своих намерений. Просто не могу. Я почти дописал книгу «Убежище», которое я давно обещал островитянам. Не суметь завершить начатое после стольких лет будет позором. Моя работа требует больших умственных усилий. Пожалуйста, больше не отвлекай меня, если только не решишь все же воспользоваться книгой. А вот так вот я взял и ушел. Включил нам вот эту книгу, чтобы мы могли переместиться с вами. Снова перемещаемся к Гену и посмотрим, что в этот раз изменится, что он нам скажет теперь. Книга здесь для того, чтобы мы отсюда могли переместиться, уже готова, в принципе. А вот он сам. Да, это снова я. I'm relieved you've returned. Я до нельзя рад снова тебя видеть.
Мне уже начало казаться, что ты больше не вернешься. А вот, возьми, я пойду сразу за тобой. Да не хочу я. Прошу. Да не хочу, чего пристал-то, а? Вот не хочу. You're free to go. Я не волен тебе указывать. But... Но... I think you should not come. Думаю, возвращаться сюда тебе не стоит, если только не решишь все же воспользоваться книгой. Ладно, а мы вот возьмем и вернемся. И мы снова здесь, и посмотрим, как он отреагирует в этот раз. Опять мы пришли к нему в гости. Что ж, повторяю еще раз. Эта книга — единственный выход отсюда для нас с тобой. Take it. Возьми ее. Да не хочу я. Видишь ли, я ведь тоже не стоял на месте. Было время, когда я и вправду мог бы оставить тебя в живых. Однажды я уже совершил такую ошибку с Атрусом. Жаль, что я, по твоему мнению, не достоин второго шанса. Что ж, время еще есть. И это еще одна концовка. Нас убивает Ген. Итак, Ген пленен, он сейчас в тюрьме. Но что если... Что если... Мы его освободим из тюрьмы? Даже представить не могу, почему тебе захотелось меня выпустить. Думаю, ты осознаешь, что на этом моменте твоя история должна закончиться. Возможно, тебя несколько утешит то, что этот акт самопожертвования обеспечил тебе вечную память и место в истории. Культура дней возродится из пепла, миллионы людей смогут очиститься и увидеть истинный путь. Благодаря тебе. Прощай. И это еще одна концовка. Итак, Ген пленен в книге, но я тут подумал, а зачем нам сдалась эта Кэтрин? Давайте сразу подадим сигнал Атрусу, и пускай он нас спасает.
Кэтрин? А где Кэтрин? Ничего не понимаю, Ген в тюрьме, я вижу, но... Зачем было призывать меня? Ладно, нет времени разбираться. Эта эпоха разваливается на глазах. Я должен найти Кэтрин. Твоя задача выполнена. Можешь отправляться домой. Прощай. И вот такая вот еще одна концовочка, в которой мы Кэтрин в итоге не спасаем. Тирании Гена наконец-то пришел конец. Но какой ценой? Эпоха Ривена погибла. И вместе с ней Кэтрин. У меня нет слов. В этот раз я даже к Гену не ходил. То есть после создания книги вообще ни разу к нему не ходил. А зачем он нам сдался? Все, что нам нужно, у нас есть код к вот этому устройству, чтобы выбраться отсюда. Во. Посмотрим, как отреагирует Атлас. У нас мало времени. Где Кэтрин? Книга-ловушка пуста? Я не понимаю. И никогда не понимал. Отец. Отец? Я тебе больше не отец, потому что и ты мне больше не сын. Понятия не имею, из каких соображений ты все это затеваешь, но... Спасибо. Наконец-то я... свободен. А нас все равно убивают, да? Ну, а вот такая тоже вот концовочка у нас есть. В итоге все концовки в игре мы с вами увидели.